Добрый день, уважаемые цветоводы. Это видео я снимаю на даче и хочу вам показать результат сухого укрытия чайно-гибридных роз. Их, как видите, у меня в розарии достаточно много. И хочу вам сказать, что это сухое укрытие, которым я пользовалась впервые. По осени укрывала слоем спанбонда 60 микрон. Такое укрытие мне очень понравилось. Почему? Потому что, посмотрите, все розочки, во-первых, все они зелененькие, веточки все очень хорошо сохранились, и уже начинают появляться маленькие росточки. Дело в том, что когда я присыпала свои розы, чайно-гибридные розы, в частности, опилками, они у меня иногда выпревали, или же вот эти веточки, вот эти побеги становились бурого цвета. Это говорило о том, что побеги нужно было в обязательном порядке срезать, и срезать достаточно низко, оставляя всего лишь одну, где-то две почки для роста побега. В этом году результатом сухого укрытия я очень довольна. Посмотрите, буквально все они у меня зеленые, хорошо сохранившиеся. Вот дальше можем с вами пройти. Здесь тоже, посмотрите, пожалуйста, все веточки зеленого цвета. То есть я такое укрытие советую вам тоже делать, потому что оно действительно себя оправдывает. Оно очень хорошо, тем более, что зима в этом году была достаточно такая снежная, и по верху этого укрытия было достаточное количество снега. Вот такое видео с своего дачного участка я решила сегодня сделать, и для того, чтобы вы тоже посмотрели, как хорошо у меня сохранились мои чайно-гибридные розы. Спасибо огромное за внимание.